Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 13 октября на канале Домашний состоится премьера нового сериала «Мур-мур-амур». Надя Солнцева собирается замуж за Василия, но они ссорятся и расстаются. И рядом с ней остается только кот Черныш. Одна надежда, что он превратится в принца. Василий признается матери, что успел подарить Наде старинное фамильное кольцо. Рита Карловна требует кольцо вернуть в семью. Саня, кот, решается и делает предложение своей девушке, но получает отказ. Рядом с ним остается только кошка Муся. Расстроенный Саня попал в аварию на машине Василия и вынужден по его просьбе украсть из квартиры Нади его фамильное кольцо. Надя возвращается со дня рождения и принимает Саню за принца, в которого превратился ее кот Черныш. Саня ей подыгрывает и понимает, что влюбился. Премьера сериала состоится 13 октября на Домашнем. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!